Олимп Кубок ФНЛ 2019. День 10, последний. Футбольный турнир на Кипре. Словно античные гладиаторы, футболисты 16 клубов отдавали все силы, весь спортивный азарт на полях города Пафос. Победителем стал курский «Авангард». Он увезет кубок с собой. Определилась первая восьмерка турнира. В ней оказалась Тюмень Горана Алексича. Тюмень из года в год выступает на турнире уверенно. А тут вовсе обошлось без поражений, что не удалось сделать ни одной другой команде. Он начал работу в России с женским коллективом. Добился успеха. Так получилось, что я уехал в Россию, и я долго, наверное, я в своей стране уже работал с мужчинами давно, но здесь придется биться и за место под солнцем. Российских тренеров много, и иностранцев много, я все это прекрасно понимаю. Но чтобы вы знали, я только 3 года работал с женщинами, а с 33-го года мне сейчас 48, я все время работал в мужском футболе. Вот работая с Тюмени почти полгода, я считаю, что добился какого-то понимания, но с другой стороны, еще все это надо доказать, показать в этом полусезоне. Сейчас как раз мы провели сборы, и вот эта весна покажет, как мы работали и нашли мы общий язык. Очень часто тренер должен знать и адаптироваться на команду, не только гнуть свою философию, потому что они могут иногда и не совпадать. Сборы – это не только 2 тренировки в день, это еще и тренажерный зал, бассейн, теория. Набирать форму на весенний период чемпионата, готовиться – тяжелый монотонный труд, особенно если ты борешься за выживание в ФНЛ. Но все же сборы – это жизнь, это радость. Ну как сейчас, на данный момент, надо остаться с Тюмени ФНЛ? Это даже о будущем много не думаем, это же сейчас, сегодня и на данный момент это самое важное. Ситуация непростая, нам надо выжить в этом сезоне ФНЛ. Все просто. Челлендж на Кипре. Футболисты 2-й команды Урала нашли живописный пейзаж возле отеля. Задача – попасть в зеленый контейнер. Дистанция – 35 метров. Но ландшафт требует от них нестандартного удара. Удара, которого нет на футбольном поле. И вот еще что. Надо не просто попасть, а сбить цель. Значит, удар должен быть либо точным, либо сильным. Попал, да?
Ты между линиями, да, да, ты родной. Он сколько раз уже просто попали. Вот и победитель Виктор Киселев. Не надо бегать. В заключительный день играли команды, распределявшие между собой места с 9 по 16. Игра за 13 место. Чертаново-Ливадия. Эстонцы, недовольные двумя красными карточками, в знак протеста не выходили на второй тайм. За это техническое поражение 0-3. При этом команды доиграли второй тайм в полных составах. Рига завоевала 9-е место в игре с факелом, 2-2 в основное время, плюс один точный удар в серии пенальти. Все результаты дня. Итоговая таблица Кубка ФНЛ 2019. По сообщениям организаторов, число просмотров видеоматериалов с 8-го Кубка ФНЛ превысило 5 миллионов. Это новый рекорд.